Поставь лайк за 3 секунды, если любишь играть в игры. Считаю. Раз, два, три. Все мы привыкли видеть пальцы именно так. Они находятся просто на ладони. Но смотрите, что у нас происходит здесь. Тут у нас пальцы объединены вдвое, и выглядит это очень даже странно. Ну что же, мы сейчас, друзья, находимся в игрушке под названием Finger Evolution, где мы будем играть за вот такие пальцы. И давайте тогда, естественно, друзья, мы будем начинать приступать. Первый уровень, и видим то, что смотрите, какие у нас пальчики. Такие прям на червячков какие-то похожи. И в итоге мы начинаем кушать противоположные пальцы. Тем самым, друзья, я прокачиваюсь. И в итоге, воу, вы посмотрите теперь, друзья, на мой палец. Он у нас второго уровня и выглядит на самом деле очень и очень даже необычно и мощно. Ну ладно, хорошо. Сейчас мы видим то, что у нас имеется возможность кушать даже вот, вот эти первые пальчики уровня и также вторые. То есть, смотрите, друзья, эволюция у нас реально быстрее сейчас будет, естественно, прокачиваться. И в итоге, опа-на, кушаем сразу же двоих, друзья. И в итоге у нас уже третий уровень нашего пальчика. И только что произошла какая-то тревога. Но стоп, друзья, зачем? Ого, ничего себе! Кажется, я понял, друзья, что это была за такая тревога. Вы просто посмотрите, сколько тут огромных пальчиков только что мимо нас прошло. Но хорошо то, что никто из них нас, естественно, не зафигачил. И воу, вот это да! 10 уровня пальчики, и выглядят они, друзья, уже как какой-то динозавр, что ли. Ну ладно, хорошо. Мы видим то, что мы вместе с вами, друзья, уже прокачались до 4 уровня. Пальчик уже реально выглядит очень даже круто, похож на какого-то монстра. Ну а мы, конечно же, сейчас, друзья, будем продолжать дальше нашу эволюцию. Вы посмотрите, пока что как все хорошо, у меня неплохо так идет. Но, блин, друзья, о-оу. Вот это да! Стоп, погодите-ка. А как мне избавиться против вот этих каких-то пальчиков? Мне, друзья, надо как-то аккуратненько вот так промансить и... Стоп, серьезно что ли? Капец! Я вроде хотел немножечко ниже пройти, но, к сожалению, не прошел. Надо было, наверное, идти куда-нибудь немножечко повыше. Ну ладно, окей. В следующий раз, друзья, мы, конечно же, этот нюанс учтем, а пока что будем, конечно же, сразу же, друзья, быстренько вот так брать и прокачиваться до второго уровня нашей силы. Потому что чем быстрее мы, естественно, прокачаемся, тем быстрее у нас будет крутая, мощная эволюция. Вот мне как раз таки осталось, друзья, буквально совсем чуть-чуть, пару пальчиков, и в итоге, опа, у нас уже имеется третий уровень нашей эволюции. Это очень даже хорошо, но, как всегда, у нас, смотрите, друзья, что происходит. Опять-таки на нас нападает огромнейшая волна вот таких пальцев-мутантов. Ну, благо то, что первая волна, она очень-очень даже, друзья, легенькая, поэтому мы спокойненько берем и, конечно же, аккуратненько ее проходим, а также, естественно, налутаемся вот, вот этими маленькими пальчиками первого уровня. Все, замечательно, мы вместе с вами, друзья, уже 4 уровня силы, и в принципе мы вернули тот самый былой, естественно, множитель, который у нас был. Ну и давайте тогда сейчас мы вместе с вами будем стараться уже прокачиваться дальше и получать очень и очень даже хорошую эволюцию. Но для этого нам надо кушать уровни не только первые, а желательно вторые, третьи и четвертые. Но смотрите, друзья, что-то у нас сейчас очень даже худо по сравнению с предыдущим уровнем по нашим пальчикам, поэтому нам надо как-то бежать аккуратненько. И вот смотрите, в прошлый раз я здесь как раз таки заложал, но в этот раз мы смогли сдержать натиск. И в итоге мы, друзья, прожили эту дурацкую волну. В итоге, теперь нам остается просто тупо расслабиться и, конечно же, фигачить наши пальчики. Кстати, мы сейчас еще тут можем набирать вот такой прикольный комбо, и я думаю, чем больше у нас будет наши комбо, тем быстрее мы будем прокачиваться нашими пальчиками. Ну и что же, смотрите, друзья, осталось нам буквально совсем чуть-чуть, и когда же у нас будет эволюция, ну я думаю, наверное, друзья, прямо сейчас. Да, все замечательно. У нас теперь пальчик 5 уровня силы, и смотрите, как он выглядит. Очень и очень даже необычно. И стоп, погодите-ка, а мне-то куда бежать? О, капец. Что ж такое-то? Только мы, друзья, настигли новую эволюцию, как сразу же мы взяли и проиграли. Но на самом деле эти волны действительно очень и очень даже жесткие. И я, честно говоря, друзья, даже не представляю, как нам их пережить. Ладно, хорошо, я уже, друзья, восстановил опять-таки нашу эволюцию 4 уровня силы, ну и надо опять-таки, естественно, набирать эволюцию уже 5-ю. И воу, стоп, погодите-ка, пальчики пошли уже 11 уровня, а я думал, друзья, что тут у нас таких и не существует, а в итоге оказалось, что очень даже существует. Ну ладно, хорошо, сейчас тогда, друзья, набираем потихонечку опять-таки нашу эволюцию, ну и, конечно же, копим опять-таки наше комбо. Вот, смотрите, у меня уже комбо X16, и, блин, опять-таки, друзья, как всегда, не вовремя.
вовремя, у нас начинается вот, вот эта жесткая волна. Так, как же мне все-таки, друзья, здесь как-то выиграть? Ну, в принципе, смотрите, как-то так, но единственное, я потерял 2 хпшечки. И, по сути, у меня теперь уже, друзья, практически нет запасного варианта, как только просто тупо эволюционировать дальше. Вот, смотрите, осталось-то буквально совсем чуть-чуть, и мы уже эволюционируем на новый уровень. Да, смотрите, у нас 5 уровень силы, но, к сожалению, всего лишь 1 хпшечка, и это, друзья, очень даже обидненько. Ну ладно, может быть, у нас все-таки получится как-нибудь прокачаться по полной. Вот смотрите, пока что все идет очень-очень даже хорошо и успешно. Кушаю вот таких обычных пальчиков 3 уровня силы. И я, кажется, друзья, понял, чтобы нам выжить вот в этой какой-то заварушке, нам надо держаться где-то примерно в середине, потому что здесь мы хотя бы примерно могли понять, куда же нам все-таки бежать. Ну ладно, опять-таки у нас уровень 5 пока что максимальный. Ну и как вы видите, я опять-таки, друзья, дошел до 4 уровня нашей эволюции и только что прожил вот, вот эту атаку наших пальчиков. Ну, в принципе, пока что очень все даже, друзья, неплохо. Я буду аккуратненько стараться держать наши хпшечки и, конечно же, потихонечку дальше продолжать нашу эволюцию. Вот смотрите, сейчас очень даже хороший момент взять и проэволюционироваться до конца, только единственные пальчики закончились. Вот, смотрите, хотя бы тут у нас уже они появились. Ну и видим то, что я теперь вот такой красавец 5 уровня и, в принципе, нам надо сейчас, друзья, очень и очень даже хорошо держаться, чтобы мы, естественно, наконец-таки прожили эту дурацкую волну пальчиков. Ну, смотрите, видим то, что сверху тут пока что все очень даже неплохо. И капец, друзья, опять мы только что проиграли. Как пройти эту волну без каких-либо множителей, я, честно говоря, друзья, не представляю. И ура, друзья! Наконец-таки у меня появился 5 уровень силы. И о-оу, как всегда у нас начинается вот, вот эта жесткая волна. И как нам ее преодолеть? Наверное, куда-нибудь сюда пойти? Ну смотрите, друзья, да, действительно, пока что нам все это дело очень даже хорошо удается. И наконец-таки мы смогли, друзья, ее пережить. Вот это да! Это было очень и очень даже мощно. Но мы, ребятки, наконец-таки это сделали. Теперь надо быть внимательным очень и очень даже сильно, потому что мы должны получить уже наконец-таки 6 уровень нашей силы. В принципе, видим то, что количество наших экспишечек уже очень и очень даже хорошее. Только единственное, нам надо вот так, опа, аккуратненько пройти, замечательно. Ну и, конечно же, дальше кушать и первые левелы, и, конечно же, вот, вот эти 4-е. Блин, да что ж такое-то, друзья, смотрите, что происходит, капец. Куча левелов сейчас на нас начинают нападать, и в итоге, опа. Смотрите, а мы сейчас тоже очень даже хороши, 6 левел имеем, ну и одну, друзья, хпшечку. Ну ладно, в принципе, я тоже на этом, друзья, очень-очень даже сильно рад, потому что 6 левел это абсолютно мой новый рекорд. Кстати, ребятоньки, напишите обязательно в комментариях, если вы играли в эту игрушечку, до какой эволюции максимальной вы, конечно же, доходили. Вот, как видите, у меня сейчас максимальная эволюция, это, конечно же, 6 левел. И то я очень даже, друзья, сильно этому рад. Но, к сожалению, только что меня проботил вот, вот этот пальчик 11 уровня силы. Да, он действительно был мощный, но я, друзья, уже рад такому результату. Ну что ж, друзья, на этом, я думаю, можно заканчивать прохождение нашей игрушки. Если вам она понравилась и вы хотите продолжения, обязательно напишите об этом в комментарии, ну и, конечно же, наставьте кучу и кучу лайков. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока!